Вот и начался новый учебный год. Ко дню знаний в школах завершились ремонтные и подготовительные работы. Вместе с тем городским управлением Кохтла-Ярве был решен вопрос, касающийся школьных автобусов. Ранее городом проводились конкурсы госпоставки на обслуживание линий школьных автобусов, но они не приносили желаемых результатов. Как сообщил вице-мэр Денис Вершинин, перевозчика все-таки удалось найти. Город проводил несколько государственных поставок по обеспечению данной услуги. Проходили они неудачно, к сожалению. Но в итоге нам удалось решить данный вопрос. Значит, в пятницу, 1 сентября, дети уже поехали на школьных автобусах. В итоге сегодня будет подписан договор по осуществлению данной услуги. Расписание. Мы учли все предложения и пожелания наших директоров школ, какие нужно сделать изменения, дополнения. Все это было учтено. И в этом году наши дети также продолжают ездить на школьных автобусах, как и в прошлом. Согласно условиям конкурса госпоставки на обслуживание линий школьных автобусов, в городе будут действовать 5 маршрутов, связывающие малые и крупные части Кохтла-Ярве.